Доброе утро, друзья! Очередное наше утреннее занятие по Ицюань. И сегодня мы с вами сделаем акцент на следующих техниках. Первый метод Джан-Джуан. Мы 10 минут проработаем наше тело, пропитаем сознанием позиции Чинбао-Джуан. Далее, столб Гоу-Гуа-Джуан, уже, соответственно, позиции Дин-Бабу. Категория столбов Дзи-Дзи, применительные, как вы помните, по 5 минут на каждую сторону. Далее мы сделаем, углубимся, это у нас сегодня такая осевая линия нашей тренировки, Гоу-Гуа-Шили. Шили связан напрямую с нашим столбом. И поделаем его в разных режимах, в том числе и постепенно разгоним для применения. Вот такие акценты мы на сегодняшней тренировке сделаем. Итак, приступаем к занятию. Стопы на ширине плеч примерно, выпрямили спину, макушку подвесили, она легко, свободно тянется вверх. Слегка отодвинули тазобедренную сторону назад, колени, как вы видите, согнуты совсем чуть-чуть, не надо специально их сгибать, садиться, просто открыли суставы. И обхватываем шар руками, легко прижимая к себе. Шар большой, и, соответственно, линия лопаток у нас немножко так закругляется. Точно так же спрямляется, закругляется и линия поясницы. То есть мы всем телом обхватываем шар. Ладони располагаем примерно на высоте плеч. Пальцы вытянуты, чуть подсогнуты и раскрыты. Почувствовали шар? Легкий. Плечи опущены, расслаблены. Углы вспоминаем 45 градусов примерно, плечо и предплечье. Ну а угол в локтевом суставе 90 градусов примерно. Еще один шар между коленями. Почувствовали, коленями придерживаем. И тем самым мы объединяем наши ноги между собой. Ну а вот эта упругая связь, упругая сила, тханьли, между макушкой и стопами, соединяет наше тело по вертикали. Два шарика поменьше под мышками. Почувствуйте, потрогайте их. Между пальцами маленькие шарики можно взять, чтобы чувствовать и вот эти пространства. Сосредоточились на вот этих мыслеобразах, которые помогают нам объединить наше тело в единое целое. Отпускаем все лишнее напряжение, фансун, может подвигать, пошевелить. Послушали свое дыхание. Дыхание естественное, свободное, спокойное, как море сегодня, штиль, вот такое же дыхание. Соответственно, успокаивается наш ум, не отвлекаемся на посторонние мысли. И после этого начинаем расшевеливать наш столб в покое. Начинаем микродвижение, рождающееся движение слушать. Вначале мы используем мыслеобраз воды, которая нас подталкивает, то спереди, то сзади. И я реагирую на движение воды. Сзади вода подтолкнула, чуть-чуть назад опираясь на нее. Еще до конца не дошел, уже спереди вода и тут же вперед. За счет того, что между макушкой и стопами у нас есть упругая связь, и мы обхватили шар, все тело, все вместе приходит движение. Чуть назад и тут же вперед. Да, вперед. Затем добавляем усилия назад-наружу, вперед-внутрь. И здесь можно попытаться растянуть между запястьями пружинку и потом сжать. Включаем стопы в движение назад, наружу, вперед, внутрь. Растянули пружинку, сжали. Потихонечку, потихонечку расшевеливаем столб. Направление наружу, внутрь, вверх, вперед, назад. Затем добавляем усилия назад, вверх, вперед, вниз. Назад, вверх, вперед, вниз. Здесь можно почувствовать, как будто вы шар. Пробуйте приподнять из воды и опустить. Приподнять из воды и опустить. И вода немножко вот это сопротивление дает, и мы с этим сопротивлением воды работаем.
И вот у нас все шесть направлений есть. Проверили тазобедренную ставу, немножко втянутая. Это помогает нам объединить верхнюю и нижнюю часть тела. И потихонечку расшевеливаем. Фу, хорошо. Взгляд прямо, линия горизонта, подбородок чуть на себя. Смотрим вдаль. И вот так потихонечку расшевеливаем наш столб. Тело находится в покое. Но в то же время мы в этом покое улавливаем, слушаем, как зарождается движение. Инициируем его от работы нашего сознания. И потихонечку трогаем его. Ощущение, что вы такие большие, как вот справа от меня гора и Петри. Макушка продолжает тянуться вверх. Легко, свободно, локти тянутся вниз. Продолжаем практику. Я для вас развернусь немножко так боком, чтобы было видно положение тела, рук. Особенно вот сбоку хорошо видно, как тазобедренные суставы немножко так втянуты. Это важный момент. Вот эти микродвижения, они небольшие внешне. Можно начать сначала чуть побольше их делать, чтобы прочувствовать вот эти все направления, а потом постепенно пробовать уменьшать. И также напомню, что на втором этапе, когда мы вот эти базовые соединения усилий по направлениям выполнили, мы пробуем вот эти усилия по разным направлениям нащупывать в своем теле, по диагоналям, поиграть с направлением не только диагональ, но и вверх-вниз, использовать внимание на том, что мы разными частями тела можем направлять вот эти усилия. Вот здесь можно использовать мыслеобраз, как будто нас немножко подталкивает, тянут кто-то потихонечку с разных сторон, и, соответственно, чтобы сохранить равновесие, мы реагируем. Я направляю взгляд на линию горизонта. Вы тоже можете использовать вот эту картинку для того, чтобы вместе со мной попрактиковать у моря. Почувствовать морской запах. К морскому запаху здесь примешивается запах сосны, можжевельника, других деревьев. Втянули тазобедренные суставы, еще раз проверили. Периодически можно так легко подвигать плечами, убедиться, что плечи расслаблены, в локтевых суставах вперед-назад так подвигать, кисти проверить, поясницу пошевелить, если вы чувствуете, что немножко там деревенеет, ноги встряхнуть, если напряжение там чувствуется. То есть все тело должно быть живое. В Китае называют ходжуан, живой столб, в противовес сыджуан, мертвому столбу. Мертвый, когда мы стоим совсем, у нас совсем без движения, и постепенно тело деревенеет.
вот немножко вот такое натяжение почувствовать в зоне лопаток. Можно еще раз поясницу проверьте, лордоз спрямили. Можно периодически сделать глубокий вдох, выдох. Это обычно помогает дополнительно расслабиться. Макушка тянется вверх. Итак, друзья, переходим дальше к практике столба Гоу-Гоу-Аджан. За моей спиной солнце как раз сходит, и вы воспользуйтесь этим восходом, чтобы зарядить себя энергией на целый день, на неделю, на год. Начинаем. Итак, позиция Дин-Бабу. Напомню, вот небольшой шаг вперед, полстопы ширина, садимся на сзади стоящую ногу, распределяем вес тела 7-3 или 6-4, даем вот такое натяжение пружинок, 1-2-3, соединили. Если взять столб Хуньян-Джан, то мы сначала обхватываем шар, вот, а для перехода в Гоу-Га я разворачиваю пальцы вперед, и где-то там они будут сходиться, и формирую вот такие крюки. Вот, обращаю внимание, крюк. Крюк. Еще изгиб вот в этой плоскости у меня. Правая рука на уровне подбородка, левая рука на уровне плеча. Широко не разводить, вот где-то вот так примерно такое положение. Центральная линия проходит по внутренней линии стопы. Взгляд прямо. Локти тянутся вниз. И по готовности начинаем потихонечку расшевеливать наш стол по направлениям. Коротко, импульсно, назад-вперед попробовали. Я показываю заметно. Вот, назад-вперед. Вот так примерно. Потом уменьшаем, делаем маленькое. Вот и усилие делаю, но внешне его практически не видно. Затем добавляем назад, наружу, вперед, внутрь. Отступ усилия. Работаем с этими диагональными пружинками. И затем добавляем назад, вверх, вперед, вниз. Сначала чуть побольше, помедленнее можно. И потом коротко, как будто вздрагивание во сне вот такое вот усилие. И тазобедренный сустав втянули. Следим за плечами, чтобы не включались. И вот, вот эти все шесть соединений прорабатываем между собой, связывая. Ну и на втором этапе свободно по разным направлениям слушаем, притираем усилия, единое усилие всего тела по разным направлениям. Пятка впереди стоящей стопы пустая. Шею проверили, усилие доходит до самой макушки, тянется вверх, чтобы не было, не провисала шея. Дыхание естественное, не зажимаемся. Мизинцы тянутся практически вниз. Вертикально втыкается. Ну, это постепенно развивается, вот эти раскрытия. Указательные пальцы и большие пальцы вперед. Ну, остальные пальцы так раскрываются веером.
сделали какое-то количество усилий, постояли, расслабили, можно так немножко подвигать, проверить, что есть некоторый тонус, и в то же время этот тонус мягкий, как будто вы стоите в воде. Правая рука чуть-чуть выше левой, примерно на пол ладони. Проверили, что фронтально у вас постепенно будет вот так разворачивать, очень часто встречается, нужно обратно вернуть себя тело. Под мышками шарики потрогали. Прошло 5 минут, меняем положение тела. И теперь левая сторона. С левой стороны прорабатываем гогуа. Соответственно, левая рука, левая ладонь чуть выше правой. Вот, втянули тазобедренный сустав. То есть не вот так стоим, а немножко так вобрали, втянули. И тело как будто бы чуть-чуть немножко вот такой наклон получился. И также поэтапно расшевеливаем столб, связываем различные направления и потом по всем возможным направлениям работаем. Пальцев устремляется туда вдаль, за горизонт усилия. Отпускаем все лишнее напряжение. Диагональные пружинки отрабатываем.
есть. Сделали с вами столбы и переходим к шеле. Итак, сначала мы сделаем с вами в базовом варианте максимально медленно, спокойно, слушая усилия, собирая усилия со всех направлений на месте. Начнем с правой стороны. Итак, прямо берем наш столб Гоу-Гоу-Джон и начинаем переносить вес тела на переднюю ногу. Колено при этом не сгибается, обращаю внимание. Делаем ввинчивающие усилия. И пошли у нас усилия вперед, внутрь и вниз. Вот такие вперед, вниз, внутрь. Но при этом я сам не просаживаюсь, опираясь на почти прямую ногу. У меня тело вот сюда. Вот такие движения все делает. Немножко вперед и назад. И все время я тянусь немножко вверх. Посмотрите, почти полностью выпрямил, чуть-чуть остается согнут. Полную амплитуду работаем. Начинаем вращать наружу и одновременно даем усилие на раскрытие. Сильно разворачивать не надо, обращаем на раскрытие. И вот снова выхожу в столб Гоу-Гоу-Джоан. Вот так. Работаем внизу стопами. Тазобедренный сустав втянут, напоминаю. И вот эти вращения делаем мягко. И вот сюда, видите, как будто что-то мешает двигать. И я делаю в такой вязкой среде, преодолевая некоторое сопротивление. И за счет работы с внешней силой, вот это сопротивление, я прорабатываю усилия внутри тела. Следим за плечами, плечи не поднимаются. Все тело свое осматриваю, чтобы оно было пронизано работой усилий, мысли. Объединяю все тело. Руки не напрягаю, есть некоторый тонус. Основная работа вот у меня здесь происходит. Здесь усилия от стоп. И в этом, если мы в покое искали движение, ну, имеется в виду рождение движения, то в движении мы ищем покой вот в этом базовом варианте. Когда к себе тяну, как будто натягиваю пружинки. Между запястьями тоже натягиваю, подбивающая сила. А здесь притапливаю, как пинтующий ли мы делаем. Немножко притапливаю дощечку, а пальцы что-то втыкая и сжимая между запястьями пружинку. Левая сторона. Динбабу установили, связали тело. Заходим через столб Гоу-Гоу-Джоан, ввинчиваем и толкаем вперед, вниз, внутрь. Назад, вверх, наружу. Плечи, руки без напряжения.
Дыхание спокойное, естественно, не привязываем его к движениям. Гуашли. Обращая внимание, вот этот разворот, раскрытие небольшое. Не надо вот сюда далеко уводить. Вот эти пружинки работаем. Вниз усилия продавливаем, вверх здесь подбивающие усилия. Близко к телу не подводим. Вот это расстояние, как мы Хуньянжуан, Гуга стояли, Фуань. Держим вот эти углы. До самой макушки вот это усилие доходит. Когда я даю усилия назад, вверх, у меня естественным образом за счет натяжения сухожилий пяточка немножко приподнимается впереди стоящей ноги. Полную амплитуду отрабатываем. Вот перенос веса тела тоже. Вот насколько возможно вперед принесли, но так, чтобы не развалилось тело. Вот эти пределы чувствуем. И когда назад отвожу, не заваливайте назад плечи. Вот за счет вот этого усилия назад смещаем вес тела. На раскрытие чуть больше можно сделать акцент. Потом вверх, допустим, больше акцент, соответственно, потом вниз. Вперед-назад чуть больше акцент сделать. То есть можно вот так акцентировать какое-то направление. Плечи расслаблены, следим за плечами. Следующие 5 минут мы посвятим тому, что попробуем потихонечку разгонять вот наши шили, гугуа шили, вот, приближая даже где-то к фали на каком-то этапе. Давайте попробуем с правой стороны. Итак, начинаю чуть быстрее, без потери качества пробовать сделать. Также акценты по направлению могу где-то больше вверх-вниз, где-то наружу
амплитуду могу более короткой сделать. То есть вносим изменения: скорость, второе — амплитуда, третье — акцент, четвертое — маодун — это готовность к изменению направления саам. Но без потери качества. То есть не надо форсировать, слишком быстро делать и чрезмерно усложнять игру по направлениям. Все вот по своим ощущениям, без потери качества. Можно вот с таким челноком сделать. Также с левой стороны. Стоп, усилия, не теряем вот этот, чтобы разворот большого не было, фансон. И следующий этап, добавляем шаги, шаг мацабу, и вот эта техника называется дзоубу гугуа шили. Начинаем спокойно, потом попробуем чуть-чуть быстрее сделать. Итак, вначале я выполняю вот это движение вперед, и когда начинается вращение, и начинаю потихонечку к себе вести, в этот момент стопа приподнимается и ведет сюда. Ну и я рекомендую перед тем, как выполнять на шагах, хотя бы немножко шаг моцабу отдельно сделать.
состоянии, чтобы качественно сосредоточиться на работе ваших ног. А ноги мы ведем всем телом. Вот. Сколько есть времени, немножко отдельно походили, подправили технику. И вот. Я коротенько показываю. Ну и теперь делаем на шагах дзубу. Гугашили. Чтобы качественно проработать вот это сочетание шагов шли, нужно отдельно хорошо проработать само шли, в столбах настояться, отдельно мацабу и затем соединять. Потому что внимание здесь нужно распределить одновременно на все тело. У начинающих это... Начинающим тяжелее это сделать. Начинает внимание на руки обращать, ноги забывает. Чуть-чуть добавим скорости. Можно сделать на вот таких нескольких шагах, это уже такие импровизирующие усилия. Итак, мы выполнили с вами столбы, выполнили шили, разогнали, сделали акценты по направлениям. На этом я сегодняшнее занятие заканчиваю. Но вы помните, что вы можете сделать дополнительно фуху-джан, то, что мы поставили с одной стороны, с другой стороны, сян-лун-джан. Вот так, поясничку, все тело, спинку потянули в одну сторону, в другую сторону.
И Дули Джон. Стоп на одной ноге. И поймали баланс. Макушку тянем вверх. И на правой. Вот так.